Решили не мелочиться. Чиновники мэрии и депутаты горсовета утвердили расходы на освещение собственной деятельности в СМИ. В бюджет на следующий год заложили 40 миллионов рублей. На что пойдут деньги, расскажет Светлана Семиренко. Об этом не говорят вслух и не пишут в пресс-релизах. И лишь в пояснительной записке к проекту бюджета несколько строк о предстоящих расходах. Услуги СМИ на 2019 год – 39 миллионов 960 тысяч рублей. Бюджетное ассигнование выделяется на полное и всестороннее освещение деятельности органов местного самоуправления города Улан-Удэ. Другими словами, за счет казны будут пиарить работу мэрии и горсовета. 16 миллионов рублей пойдет на телеэфир, 14 – на печатные и сетевые издания, остатки – на радиовещание, издательскую деятельность и другие медианужды. Население должно знать, чем занимается орган местного управления, чем занимается городского совета, администрация города, над чем мы работаем, какие проблемы решаем. Но такой ли ценой? Ведь даже «Народный Урал» планируют потратить в два раза меньше. А ведь объем работы парламента несопоставим с тем, что выполняет горсовет. Очевидно, для того, чтобы произвести обратное впечатление, чиновники и решили потратиться. В 2019 году и депутатов, и мэра Улан-Удэ ждут всенародные выборы. Давайте разберемся до конца с вопросом и решим. Несколько не готов вам ответить. У вас очень много вопросов по этому вопросу. Я проголосовал против. Такая сумма, кстати, она должна быть, ну, как минимум, в 4 раза быть уменьшена. Казалось бы, и другие депутаты должны быть за иное распределение бюджета. Например, направить 40 миллионов рублей на загибающийся водоканал. Именно такая сумма требуется на спасение предприятия. Возможно, тогда и не пришлось бы повышать тарифы на воду и канализацию. Данная статья в бюджете действительно заложена. 2019 год он объявлен все-таки годом культуры. Часть какой-то денег, она будет направлена именно вот на мероприятие. Есть в документе и еще одна строчка. На 15 миллионов рублей весь следующий год чиновники будут повышать нашу с вами информированность. Как, не смог пояснить даже градоначальник. Давайте я вам в письменном виде дам ответ. Да. А так не расскажете? Я сейчас просто не могу сказать. Надо вспоминать. А горожанам, очевидно, тоже надо вспомнить о бесполезных мусорных баках, о повторном повышении тарифов на воду, о покупке зданий. И о том, что 40 и еще 15 миллионов рублей мэрия и горсовет собираются потратить в следующем году на рассказы о своих делах. Вспомнить все в день выборов. Светлана Семиренко, Батыр Халматов, телекомпания «Аригус».